Знаете, что для меня здесь, что удивительно, это коллективы Краснодарского края, Петербурга, были гости с Ростова-на-Дону, возрастные женщины, ну как если молодые, прямо традиционного возраста, все так увлеченно занимаются путешествием. Очень-очень-очень для меня это открытие такое. Я думала, что танцами занимается. Какой раз они проходят этот фестиваль в здорово. Полный зал народа. Тебе понравилось? Сейчас мы снова встречаем Фламенко, детская группа. Дети будут танцевать? Что у нас будет? Сиентос будет. Встречаем. Давайте, посмотрите. Дети танцуют. Моя задача была, знаете, показать детям, что кроме эстрадных танцев, ну, современных, вот, есть еще что-то. Для Ярослава, для меня, это, конечно, открытие прям. Спасибо.